Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители канала. Значит, сегодня я решил рассмотреть последние, значит, схемы и рассказать вам, что нужно еще, то есть что не хватает, чтобы запустить это все. Итак, начинаем. Вот вечный генератор от 30 ноября, значит. Вот это работает сейчас. Видите, значит. Блок вот этот, блок. Понижайка. То есть от 0 до 230 на переменный ток. Лампочка на 5,5, вон она. То есть не сматывает, горит. Солнечная панель, значит, лампочка светит на солнечную панель. И заряжается батарейка 3,7, где-то 2-3 ампера она. Что сюда надо для этой схемы, чтобы это было лучше? Панель побольше. 100%, что лампочка светит и в два раза больше площадь. С таким же эффектом. То есть панель на 100 ватт, она в два раза больше где-то, также подвесить. И тогда у нас уже будет раза в 2-3 больше выход. И это уже будет хороший результат. Далее смотрим. Вот эта схема БТГ. Тут, значит, на 0,1 через реле. И галогенка лампа. Эту схему можно применять, но эта схема только дает экономию. На нее надо, чтобы она была независимая. На нее надо аккумуляторы. Но аккумуляторы, в принципе, уже скоро подойдут. Будем пробовать. То есть вот эта схема, не хватает аккумуляторов. Дальше. Вот это, значит, галогенка, значит, выпрямитель на 3,08 и галогенка. Здесь она слабое напряжение, то есть всего 1,5 вольта, то есть не хватает галогенных ламп, надо еще сюда, и выпрямителей по этому же, то есть выпрямители по этому же самое профилю подобрать, но соответственно, мощность поднять. Для таких схем не хватает, самое главное, латер. Это стоит где-то 1005. Пока нет, не в состоянии купить. Дальше. Ну, это вот галогенка, значит, на 0,1, на 0,2. Она работает. Но она берет из сети, значит, и за счет того, что, значит, реле в три раза, значит, больше, в три раза больше, значит, тока, чем поступает на нее. Чтобы ее отцепить от сети, отцепить и стала автономной, сюда, значит, надо батареи должны подойти. Инвертор я заказал слабый. У меня есть инвертор на киловатт. Но он сам по себе жрет дофига. Понимаете? И все вот эта вот экономия уходит на нет из-за инвертора. Он сам ватт 20 жрет. То есть сюда не хватает. Инвертор я тоже заказал слабый. Батарейки тоже. То есть сюда не хватает инвертор и батареи. Ну вот эти два светильника, вон они. Тоже они сети, чтобы их отцепить, тоже нужен инвертор и батареи. Так, дальше. Три лампочки. Чтобы отцепить от сети, тоже они работают, это я показывал. Через понижайку вот эту. Три лампочки, значит. Чтобы отцепить от сети, то же самое, инвертор и батареи. Дальше.
Это на 7 ватт LED 12-вольтовая. То же самое здесь. От сети она не потребляет, но чтобы сделать автономную, то же самое. Батарейки и инвертор. Вот от 27-го. Здесь то же самое, батарейки и инвертор. Дальше. От 25-го. Ну, от 25-го это я показывал. От 24-го на этого ноября. Это то же самое, только по-другому, значит. Ну вот здесь от 22-го. Вот, значит, моторы. Вот она стоит. Тоже готовая. То же самое, сюда батареи надо. КПД 480%. Вот он. Батареи. И это самое. И инвертор. Ну вот вкратце это за последнюю неделю столько схем. Еще там до этого очень много. Поэтому, если будет помощь от народа, дело пойдет быстрее. Если не будет, но все равно я получу батареи, даст Бог. Какую-то вот такую маломощную сделаю систему. Автономную. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.